собираешься на потную катку, но нечего надеть? Обнови свой инвентарь на loot.farm. У нас минимальная комиссия, бонусы и огромный выбор скинов. Поборись за уникальные вещи на аукционе. loot.farm. С нами красивее. Сложно, пиздец, я не могу... Угрелся. Так, уже не карта, через 50 минут. Квикхантер, ты готов? Тихо-тихо. Я сейчас меньше скрафчу. Ты умеешь? Блять, аккуратно, зомби идет. Тихо, я убью. Блять, откуда, сука, день же? Ну он горел еще, видишь. Блять, я 24 палки скрафтил, сука. Блять. Ты где? Я тут, я вот все. Руби такое дерево. А прыгай, чат, тут на... Как тут пиздиться правильно? Напишите гайд. Как тут драться, блядь? О! Слышал зомби. Тут когда на сильный удар, да, я понял. Топор. Типа даже живо... А нахуя меч тогда? Стоп, what the fuck. Я меч скрафтил. Меч по площади, а топор... С прыжком топор работает. Ебать! Что? Овца улетела с деревянного топора. Пойду пиздить овца. Ой, бля, я сейчас территорию за приватчик случайно понял. Ебать, чё овцы... Быстрее бьет меч. Понял. Окей, принял. А где пещера, то, что ты говорил? А надо дерево еще рубить или не надо? А ты сколько нарубил? Да, нарубил такое дерево. Блин, топор. Бля, там уже скелеты, сука. Где, где? В пещере тут под нами. А нахуй компас нужен вообще? Он показывает, где ты, где я. На тиммейте показывает. А бля, надо там скелет, дерево, сука. Или надо доски скрафтить? Сейчас, погоди, тут скелет идет. А, доски просто. Ну, может, дерево. Ебать, тут сборище криперов. Хорошо, что я не с тобой даже. Ладно, опустим этот момент. Принесешь мне еще дерево, так не умри. Да, сейчас принесу. Пчел не бейте. Нет, в пещеру нести. Они вас отхуярят. Но я тут возле пещеры, нам придется пойти в пещеру, Ханчик. Я ливаю нахуй. Ебать, тут мобов, Ханчик, ты ебнешься вообще. Я тебе скину, короче. Так. Так. Блять, я поставил что-то. А чё он не пиздится? Блять, может, я не знаю, наушники? Чтобы не слышать их? О, скинь мне дерево. Там скоро ночь будет, Фантик. Аккуратно. Только слезай аккуратно, вот на шерсть можешь сесть свиной. О, красавчик, дерево. Там звуки, блять. Блять, а там зомби. Ой, там скелеты и зомби, да. Сейчас мы броню нахуярим, и нам похуй будет. А как щит крафтится, ебать? Стоп. Ебать. Гимнастика. Там криптер.
Короче, иди в жопу. Буду побегаю, блядь. По пучам, блядь. Блядь, чё тут везде... А! Блядь. Что, что там? Да сука, тут пещера подо мной, тут звуки уёбские. Рой вниз, иди ко мне. Вниз рыть? Да, будем рыть вниз сейчас. В пещере прям туда. Бля, вы же ты тварь, нахуй я согласился. Да в смысле, я же тебя не пугаю даже. Я тебе наоборот... Какая хочу... разница, блядь, мне страшно нахуй играть. А, сука, ублюдок! А где он? Да я заставил его, вон там. Видишь, там где? Где, там? Там, где белый блок, да. Слышь, Ром, а чё? Короче, я когда в тот раз на турнире играли, это... Да. Я когда спустился в подземлю... Блядь, даже говорить об этом неприятно. И там звуки были... Короче, как будто, знаешь, рубильник кто-то переключал. Тебя, может, троллили? Не-не-не, как будто кто-то переключал все время. Я подходил к пещере, и там клацание такое было. Я не знаю. А что это может быть? Чат, что это может быть? Я думал, типа это, эндермен же перекладывает кубики, может, так? Не-не-не, это какие не... Какие там звуки? Нет, там нет звука вроде. А, лава может? Не, лава же не так шумит. Я же у тебя на стриме смотрел, как она. Сейчас ПВП включится. А тут может быть это змея? Ну не змея, а короче, из наебаловского блока выпрыгивать. Чешуинца? Может быть. Я не знаю, она типа разбиваешь блок, и она оттуда прыгает. Да, да, да. Я тоже пару раз обосрался на турнире, блядь. Блядь, Генри ебаный. Что такое Генри? Пёс мой. А, нихуя себе. Ебать, я по темным пещерам, конечно, пошел. Ебать, тут пещера и цветочек, блядь, в ней. Да ты ушел, блин. Я вернусь сейчас. Будь там. Генри скелет. А ты видел, что я вчера в телеге мне чел писал про Генри? Я на свой канал постил, Антик. Нет. Посмотри. Что... Только вслух не читай. Ну я приблизительно уже понял. Проверенный черт? Нет, нет, ниже, ниже там скриншот был. Тут нет скриншот. Блять, тише. Тут нет ничего. Возьми факела в другую руку. А как взять? А, вижу, блять, да. Да, короче, нахуй. Я могу себе меч железный скрафтить. Что F? А, бля, я понял. Не, все нормально. Говорят, F типа в другую руку взять. Слышишь? А, да. О, охуеть, реально? Да. У-у-у. ПВП включится. Слышь, а я могу меч скрафтить или не надо? Ну да, можешь. Железный. Ну да. Где эта хуйня? Так. А, еще утро тут? Да, слава богу. Ебать непривычно. Бля, я нажимаю... О, блядь! Ай, что? Блядь. Это новый моб, короче. Это админ, блядь? Не, это новый моб. Аккуратно, главное, не бей его. Типа, новый моб. Блядь, я охуел, это вообще хуйня полная. Он типа мирный, если что. В смысле, у него этот был верстак в руках, это админ? Нет, это не админ, это моб, который ворует вещи, у нас верстак пропал. Блять, ебать, я охуел, он на меня полетел, я с ума сошел.
Блять, ночь, надо дом построить. Надо в пещеру идти, погнали. Там пещеру. Не в ту. Ебать, а где наша пещера? Вот. А, фух, блять. А, аккуратно! Блять, те блоки. Я застроил. Блять, это просто хуйня, а не игра, блять. Так, там есть что-то? Переплавилось уже? Ведь слышишь, над нами уже ходит. Они же не залезут сюда? Они за тобой пришли, Хантик. Слышь, а этот мудак, который прилетел, он может сквозь стены летать? Да. Это новый моб, типа этот летающий сушитель. Что это за музыка, нахуй? Не знаю, бульвар депо у меня. Или ты просто... Что это за музыка, блядь? Какая? Иди нахуй, ты чё, блядь, рофлишь? Что? У меня нет никакой музыки, Хантик, ты чё рофлишь? У меня музыка выкл написана. Какая музыка? Блядь, какая музыка? Я вообще не шарю, о чём он. Очки нахуй слетели, А что было? Пизда, что это за хуйня? Где? Да, блядь, у меня звуки ебучие. Пиздец. Все. Блядь, может этот джойнт что-то включает? Нет, да нету его тут. У меня музыка и звуки какие-то страшные, блядь. Аккуратно тут снизу. Блять, это пиздец, а не игра, блять. Бля, надо было сказать, что я ухожу, короче, сегодня в пизду. Монстр. Что? А, блять. Так ты его приручил, походу. А чё тут? Чё такое, Хантик, ты заебал? Тут никого... Блять, да потому что я не могу играть в это, блять. Вот тут никого нет, Хантик, блять. Там ты призрак прилетел! Да какой призрак? Ты чё рофлишь, блядь? В этой версии нет призрака. Я сейчас Да не пизди, тут этот же говноед, который этот оружие ворует. Эндермен? Ты еблан? Что? Который верстак. А, верстак украл? Так он мирный, боже, он тебе ничего не сделает. А нахуй он летает? Он наоборот, типа, от мобов защищает. Бля, это пиздит чат или нет? Да не пизжут, блядь, ладно, спроси. Я откуда это вообще, блядь? Так это новая версия, блядь. Я же тебе говорю. Бля, короче, мы проиграли PvP. Тихо. Там скелет, там скелет. Блядь, ну ты... Да не, так я ушел от него, блядь. Блядь, нет у тебя угля? Нет, только порох. Иди сходи за углем, пожалуйста. А я только кратно прокопаюсь пока что. В печке. Все, не надо, я нашел. Нет, нихуя в печке, наебал. Срано было вроде. Бля, эти звуки меня просто вымораживают, нахуй, я не могу. А мне за тобой идти? Да. Только аккуратно. Нет, иди нахуй, не пойду. Щит сделай, как щит делается? Я не пойду, Ром, иди в жопу. Ну, побудь сверху тогда. Ах, сука, долбоёб! Ебать! Да что там? Ты заебал! Ты чего там пугаешься, блядь? У меня хуйня перед глазами, короче, пролетела. У него, короче, квадрат белый и фиолетовые штуки из разных сторон. Что это такое? Бля, не знаю. Надо либо посмотреть. Что это за моб, блядь? Что это такое вообще? Бля, я не знаю, я сейчас пойдем к тебе посмотрю, блядь, самому интересно. У меня сейчас нету этого. Ну я не буду оборачивать. А! Вот он! Это как медуза, блядь! Где? Блядь, у тебя только что прилетело, еблан. Бля, я колу пил, брат.
Страж это, что за страж? А, ну он тебя не будет бить. Блять, нахуй! Так говорит, Хантик говорит, блять, нет угля. Говорит, нет угля, блять. Как щит делать? А, так тут две печки, я другую нажимал, блять. Сука. Хантик, блять, уже 20 минут где-то прошло, у нас до сих пор нихуя нет. Да мне похуй вообще, блять. Сам выбрал мне в тиммейты. Нет, это упрек в мою сторону, не в твою. Бля, я в принципе. О, смотри, вот он. Сука! Да он, блядь, мирный, алло. Он типа защищает, когда возле нас мобы. Считай, что это собака, которую нельзя приручить, она просто так появляется. Иди ты нахуй, понял? Ты заебал, блядь. Блядь, когда утро будет? Я хочу наверх. Да понимаете, не, это не дело в том, что он пиздит, какая разница, типа. У меня то, что неожиданно появляются мобы, я привык, что это типа либо эндермен какой-то, блядь. Я насмотрелся видосов с Херабрином, блядь, в детстве с эндерменами, блядь. И если неожиданно что-то появляется, то все, у меня нахуй, до свидания, блядь. Ну он еще мирный, ты не бойся. Так он, блядь, неожиданно появляется, нахуй, неожиданно. Иди нахуй. Блять, вот, у меня вот тут, блядь, пещера пиздец. Ну я у тебя на стриме смотрю как раз. Смотри, сколько пауков. Здорово, блядь. Кстати, в комментариях нарезки под турниром писали, что Оскар мне, блядь. Блять, тут пауки на меня смотрят. Я, блядь, заранее всем пишу, что я боюсь играть, блядь. Ну там пишет Оскар, блядь. Ебать, они тут ебутся. Блядь, какого хуя? Я просто шаг делаю и сразу звук зомби. Эндермен может перетащить блоки и залезть ко мне в пещеру? Да. Он спавнится рандомно, он тебя не бьет, если ты ему не смотришь в глаза. Я вниз смотрю. Ты что, он взорвался? Сука! Бля, ебать, я обосрался, блядь. Чё такое уже? Взрыва, блядь! А, так это он у меня взорвался, блядь. Ебать, слышно было? Хантик, зачем ты на шифте стоишь? Да потому что я боюсь, блядь, идти куда-то. А чё тут нельзя защищаться там в этом? На турнире. А тут было... надо щит делать. В этой версии. Все, я нам сейчас броню. Опять, вот опять, опять! Что? Музыка. Не тающий какой-то гром какой-то, блядь, в пещере. Не знаю, у меня музыка включена, типа я ничего не слышу. Что это за звуки, чат? Музыка выключена, общая громкость 100%, музыкальные блоки... Музыкальные блоки это что? Не то? Нет, нет, спрятай. Музыкальные блоки это ты крафтишь такую штучку. А, это может быть Херабрин. В смысле? Ну... Это же мод, блять. Да не, в новой версии вроде он есть, я не помню. Иди нахуй, я сейчас загуглю. Может, ты бы, блядь, делом занялся там? Я гуглю. Иди нахуй, ты наебалово, блядь. Что, Херабрин? Да. Ты не веришь в Херабрина? Бля, Ром, пошел. Че такое, блядь? Я чел не верит в Херабрина, блядь. Не, тут реально какие-то звуки, бля, я не понимаю, короче, что это за хуйня. Как посмотреть, сколько время?
На часы, блядь, посмотри. Бля, ты тупой, я имею в виду наверху, блядь. Че ты пугаешься там, блядь? Да потому что мне это, блядь, звуки пещерные, блядь. Пещерные звуки? Блядь, чат, скажите, что я не один такой вот. Кто-то, блядь, же... Не, там какая-то хуйня. Я не все, я стою. Что такое, блядь, Хантик? Блядь, почему? Хантик, я нам железо принес, блядь. Почему у тебя нет этих звуков? Я не знаю, Хантик. Не разрывай тут ничего. Что? Может, на улицу пойдем? Там уже можно? Так, подожди, мы же даже алмаз не нашли. Ну, во-первых, ты не нашел. Я даже не пытался искать. Блять, чел, который мне там задонатил, Эвилон должен был быть, типа, и он не пришел. Я ради тебя название поменяю, блять. Бля, пиздец. Опиши звук этот. Как он звучит вообще? Да тут... Че? Да я постою на месте. Напой. Да как я напою сейчас, я услышу его. Да там звук, блять, непонятно как. Там разные звуки. Как щит крафтится, чат? Блять, сука, я не могу мышкой попасть, поэтому. У меня есть еще чат мышки, типа нет курсора в Майнкрафте. У вас отображается он, а у меня нет. Да хватит мне спамить, блядь. Сейчас, Хань, тебе броню сделал. Че тебе делать? Самое главное. Что хочешь? Мне похуй. А, так я тебе все могу скрафтить. Красава. Пещерные звуки в неосвещенных местах рандомно появляются. У тебя просто баг, что они при освещении. А, охуенно. Именно у меня, блядь, баг. А! Сука! Блядь, как он заебал! Вот он, типа, потому что у нас тут рядом, типа, враждебные мобы, он появляется, чтобы защищать нас. Блядь, это реально как будто админ, нахуй. Не, никогда его в жизни не видел. Но. А если я его ударю, мне пиздец? Блядь, ты же не умеешь крафтить сейчас. Если ты его ударишь, ты его, мне кажется, не сможешь ударить. Типа, это не же как это же призрак. Ну, слава богу. На. Блядь, возьми нагрудник. Надел. Дима, доволен. А у меня этот? Питер Гриффин? Понятно, в названии стрима Эвилон, когда его нет Чманбру, зато онлайн есть Гунрун. Гунрун. Охуеть! Чё? Ебать, у него звуки! Страшнее, чем в пещере! Я вообще не выкупаю, о чем он говорит. Блин, ты глухой? Что вы осуждаете, блин? Что я имя сказал, алё? У тебя есть еда вообще, Хантик? Да, у меня два... Нет, у меня сырая... А, у меня сырая говядина, сейчас надо её пожарить. Так, что тебе еще осталось? Шлем, ботинки. Это один админ, тебе пиздят. Да не врать. А, щит, бля, я забыл, а как щит? Как щит скрафтить? Да это не админ, чел, бля. Книжка. Книжку открою, а где? Ой, книжку открыть. Вы не можете мне крафт написать? Железо и 6 дерева. Так, я подозреваю, что как-то вот так делается. Может вот так? 6 дерева, стоп. 6 дерева, 6 есть. И вот тут, наверное, железо. Блять, нет. Одно железо. Ты папа,
Железо и вокруг доски, кроме двух нижних по бокам. Бля, шкиры. У меня уже голова болит. А, сука, опять медуза. Блять. А, вот, реально. Все понял. Ебать, реально тут. Ебать, тут тема, конечно, есть. Ты видел медузу? Медуза. О, нихуя себе у тебя. Стоп. Щит. Так, я тебе сейчас тоже сделаю. Он так легко крафтится, пиздец. Сэм щит. А как мне в две руки взять? На F, наведись на щит и нажми на F. Так, сейчас я сделаю еще. Че у тебя нету? Ботинок нету? Да, ботинок. Так. И ботинки. И кирку. Все, ты готов к бою. На, вот это бери, вот это и вот это. Ну нахуй мне топор. Топор вроде типа сильно бьет по мобам. Нахуя мне против мобов стараться, я не буду бить. Чего не будешь драться? Так, что там на улице? Ебанут. А, на улице, кстати, утро. О, слава богу. Я бы пошел в пещеру за алмазами. Ну-ка, блядь, сходи, я на любую кухню. Пойдем. Иди в жопу, не пойду я туда. Да погнали. Погнали. Иди нахуй. Да погнали, нет. Хантик, ты чего? Да не бойся, я тебя защищу от всех мобов. Подъехал новый нян. А, Марк 4, спасибо огромное за сап. А, я звук сделал, давай, можем идти. То есть звук на минимум сделал? Не-не, я наушники снял. Блять, это... Блять, ты боишься просто глаз обычных. Дайте нам. Бля. Я еще не научился пользоваться этим. Я не научился еще пользоваться щитом. Щит просто так. Куда идти надо? Сюда. Куда идти надо? Да сюда вниз смотри. Чекни туда. Нет, иди нахуй, я не буду смотреть туда. Пойдем, пойдем, пойдем. За мной. Да вниз иди, блядь. Ты же встал просто и стоишь. О, импала, здорово, здорово. Спасибо огромное за рейд. Здорово, ребят. У нас тут с Хантиком похождение. Хантик, не бойся, блин. Спасибо огромное за рейд. Блять, я же сказал, ты админ, он меня пулял чем-то. Чем, блять? У тебя хп фул. Он меня чем-то пулял только что. Хантик, все, Хантик уже ебанулся. О, нихуя, это вот так работает? Бля, я в пещере. Ром, нет! Не уходи далеко! Что это? Нихуя себе, а почему щит такая имба? А чё щит такая имба? На ПК есть чё щитом, просто охраняйся. Блять, это же неинтересно даже, он просто блочит все. Пойдем, пойдем ниже. Аккуратно, Ханти. А чё вода идёт? Чего? Чё вода идёт? Ты же заблочил. Бля, ну соседи где-то этот. Пойдём. Сужение зон началось. Аня, всё, мы идём наверх, потому что у нас этот... Потому что мы возле зоны прям. Погнали наверх, Ханчик. Твой день сегодня. Тебе лук выпал? Тогда я его держу в руке. Куда нам выйти? Вот
Иди нахуй. А если там ночь? Поднимайся. А где зона? А, вот она. Да, тут зона огромная. Нам просто надо ближе к центру прибежать куда-то. Алло. Че, алло, алло. И тут. Нам надо в ту сторону. Пошли вглубь. Может, деревню какую-то найдем. Где-то вряд ли будет. Бля, мне реально надо Майнкрафт, короче, поиграть на стриме. Да это пиздец, это так мемно. Блять, это свинья. Ты же зону видишь, да? Она приближается там. Бля, я забыл пожарить, слышь, еду. Ничего страшного. Я тебе могу есть. Не, я зону не вижу нихуя. А, квикантик? Похуй, я за тобой иду, короче. Как ты получил достижение алмаза? У тебя нет алмазов с членов? Да в меня кинул админ твой, блять, алмаз. Выброси его. Вон, на. Все, все, пошли. Я же тебе говорю, меня админ кинул. Не, это просто алмазный дождь шел, ты его урвал. О, иди нахуй. Сейчас, погоди, прикрой. Такого не бывает. Да, я прикрою, блядь. Все, спасибо. Бля, Хантик, прикрывай, я сейчас приду, секунду. Иди ты нахуй, куда прикрывать, блядь. О, блядь. Так есть моб такой, вот он. Да, да, это, блядь, админ твой ебучий. Да какой админ? Ты че рофлишь, блядь? Да, попизди. Пойдем. Очко ставишь, это я не... Ставлю, да? Ставлю. Понятно, минус очко, блядь. Это иссушитель, блядь, посмотри. Иссушитель, блядь? Да. Я только что гуглил, такого нет. Ты че рофлишь? Из... Да, Рома, мне мой парень не дает. В отношениях уже почти 7 месяцев, хотя что не так, дай, пожалуйста, может, у тебя будет... Он не так выглядит! Он так выглядит! Он не так выглядит, у него вообще 3 головы! Так нет, это одноголовый иссушитель, алло! Говорю, он же мирный. Он как-то по-другому чуть называется. Ой, короче, понятно, пиздоболище, ты ж, сука, розоволосый. Розоволосый? Блять, я пол игры боялся этого еблана. Сука, скажи своему админу нахуй, чтоб не делал так. А, блядь. Тут кот мяукнул, блядь, он испугал. Поищи иссушитель скелет. Вот, он так называется. Иссушитель скелет. Иди нахуй, нет такого. Есть. Вот, он выглядит как скелет, а этот призрак. Так это скелет сушитель, он просто без ног. Ну, блядь, подумаешь, да, случилось, да, горе у человека. Давай, пошел в пизду, Ром, пошел в пизду, блядь. О, ты где, где ты? Ну ты же меня послал в пизду, я и пошел. Ну мне похуй, я на пальме буду. А, у меня компас есть. Компас, иди сюда. Я не ебу, где ты даже? А, это Гаст. Ой, Гаст, я знаю, как выглядит. Иди нахуй, он в аду. Ты где, блядь, Хатя? Я на компас бегу. Куда ты съебался? Бля, слышь, походу компас не ведет на меня, блядь. Ой, блядь, админ, можешь не писать в чате, нахуй. Все, я говорю. В 100 блоков, блядь, от меня, ты че, ебанутый? Два пиздобола, нахуй. Смотри, нахуй ты от меня съебываешь, придурок? Так я не съебываюсь, я иду к тебе, блядь. А, да? 109 блоков. Ага, по пизде, в смысле? Не иди ко мне. А, блядь, я не в ту сторону бегу. Думаю, что... я не в ту сторону бегу, я поэтому, блядь, ебать, я тупой. Ну, буду майно поехать, да, иди нахуй, конечно. Бля, я тарил, подумал, это моб. Да, я тоже поверил. Пошел он нахуй, Рома. Нахуй, вот ты ему перед стримом сказал, что... Нет, я меня? Не говорил ничего, клянусь. Все равно я обиделся на твоего админа. Пойдем.
Пойдем, пойдем. Бля, у него еще админ в чате пишет. Я сейчас кофе себе наливал, ты о чем? Что у тебя там происходит, блядь? Ебать, кому еще Оскар, блядь? Пиздец, блядь, придумали нахуй. Так, нам надо как-то, блядь, найти этих кентов. Слышь, дай еды у меня, это... Айдиса. Я думаю, нам надо взрываться в пещеру дальше и искать алмазы. Да, конечно, хуй там плавал. Да не, нам алмазы нужны. А если ну, ночь наступит, пойдешь вниз? Да, да. Ну, ну я забьюсь в уголке. Так тебе надо, наоборот, искать что-то в этой игре. О, смотри, отличная пещера. Да, я Иса. Ищу выход, блядь, пойдем. Из нее. Где ты? Ты подо мной? Так, идем, как нам надо в сам низ спуститься. Пошли, 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 Хань. Иди, иди. Иди за мной просто. Так, высота 46, нам надо на высоту 13 где-то. Слышь, там кто-то есть. Спускайся на водной горке. Спускайся, аквапарк тут. А, бля. Бля, Ром, у тебя админу сколько, 10 лет? Они сквозь воду не бегают? Нет. Пойдем, пойдем, пойдем. А чё на тебя взрыв не действует, Иван? Потому что я щитом прикрылся. Чё, взрыв спасается от этого? Ой, щит спасает от взрыва? Ну да. Он от всего вообще хлопует, он какой-то имбовый. Аккуратно сзади тебя. Только не оборачивайся. Что? Что? Только не что? Оборачивайся. Только не оборачивайся. Я вижу на стриме! Он сидит прямо рядом с тобой. Бля, убей его нахуй. Я не могу, он меня убьет. Бля, он на меня смотрит, что за хуйня? Но он же не подошел к тебе в упор. Ау! Его ноги, блядь! Теперь подошел. Все, он съебался. Он съебался, пойдем. Убей его. Да он съебался, пошли. Иди нахуй. Да просто не смотри ему в глаза. Тут ходит, я ноги вижу! Так он. Не смотри ему в глаза, главное, и все. Нет. Иди просто головой вниз. Ром, блять, я боюсь. Он да. Он... Блять, ты можешь его убить? Я все убил, убил. Все, пойдем, я убил его. Антик. Я тут. Я убил его. Все хорошо. Так, нам надо найти еще ниже проход. Еще ниже, блядь? Ну да, нам надо высота конкретно. А, у тебя еще, наверное, блять, админ спавнил, прикольно. Да нет, так и не спавнится, боже, хантик. Идем ниже. Нахуй он тогда пишет, он сам заспавнился, блять. Я даже не спрашивал про это. Так потому что ты подозреваешь админа просто. Нет, я вообще не думал бы. Кто это, кто, бля?
Ебать, Хантик, смотри. Ебать. Так, блядь, по 137, нам надо еще ниже. Деревня над тобой, да не? Мы же... Что-то горит. Бля, я реально не понимаю, почему я в хорроры могу играть, а в это нет. Я тоже не понимаю. У тебя щит тоже портится, да, я вижу. Я чел донатит, я думал, это админ рофлит, а это нормально реально, Хантика доебался. Можешь просто через звуки и все частицы. Так они неожиданно все равно появятся, я охуею, какая разница. Я так наушники снял. Антик, у меня хорошая новость. Че там, монстр? Нет. А что? Тут шахта. Че хорошего, блядь? Бля, я повернулся, он мне по ней ёбнул. Хорошо то, что тут можно найти сундуки с хорошим лутом. Плохое то, что тут есть отравленные пауки. А, вот, кстати, они тут и есть, блин. Прямо у меня. И лучше нам с ними не контактировать. Я всегда за. Да, я бы просто сундучки нашел бы и съебался отсюда. Да, я вижу золото, ребят, но там ядовитый паук, я боюсь, нахуй. Там тоже? Ну, тут не ядовитый. Тут обычный паук. Антик, ты должен быть моим прикрытием. Не, я мясо пушечное. Ой, я нашел сундуки. Поздравляю. Дима доволен. У тебя есть уголь? Я думал, это админ рофлит, а это реально эндермен, да Хантика доебался. Хек. О, по кщам, блядь. А теперь уголь есть. Слышь, там тут зомби, я слышу. Да, там зомби на курочке, блядь. Это хуёво? Ну, они, блядь, это... А! Блядь! Блядь, Хантик. Сука, чё я не ожидал. Орёшь? Ты где? Минус курочка. Хантик, нам надо найти алмазы, блядь. А, тут вон уже он. Зона, смотри, смотри, тут видишь, зона уже идет. О, вижу. Надо съебывать, да? Ну да. Надо съебали, что сейчас будет оформить. А ты и рад, я вижу, блядь, что нам надо съебывать, да? Ой, я вижу еще сундук. Аккуратно, там еще есть сундук. Бля, нужны алмазы. А мы не съебемся же, как да. Мы съебемся? Да не, мы себя не переживаем. Аккуратно. Ебать там. Рома, Рома. Что, что? Ты где? Я тут. Тут выход есть оттуда, блин? Да, да мы выберемся, не переживай. Я просто хочу еще сундуки посмотреть, полутать. А в сундуках может быть алмазы? Конечно. Бестар. Идем, идем, идем. А тут есть friendly fire? Нет. Ты сначала меня позвонил, потом ударить? Спросил? Да, ты не можешь меня. А? Ты сначала ударил меня, потом спросил, я прав? Аккуратно. Нет, нет. Я думал, я могу через тебя снизить его. Идем в другую сторону. Я видел там пещеру. Вниз прям. Какая моя уже высота?
Правильно. А как ты проверяешь? На F3. И где это смотреть? По Y координаты. Аккуратно. 14. А когда 0 будет? Бля, все плохо. Идем еще. Там зона уже. Слышь, а когда 0 будет, это что значит? Ну, мы будем в самом низу. А можно вниз провалиться? Нет, нельзя. Там блок, который не ломается. А, я понял. Блять, охуеть там мобов. Блять, Хантик, отходи, 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 отходи. Блять, меня попали. Хантик, беги. Да я не могу, блять! Бля, Ром, пиздец. Блять, пиздец. Охуеть тут мобов. Бля, Ром, просто спрячься пока что, мне нужно, надо алмазы поискать еще. Куда я нахуй спрячусь? Блять, меня пиздец со всех сторон. Меня тоже, Хантик. Тут крипер. Хантик, живи просто. Да куда, блядь, жить, пиздец? Пиздец, что происходит? Хантик, нам надо посёлок давать. Тут житель, Рома! Круто, Хантик. Не пизда, не пизда, Ром! Так нет, ты живой. Рома! Ты живой, Хантик. Да мне пизда, мне пизда, я умру. А чего я заря... Почему я заражен, этот зель какой-то? Да потому что тут ведьма, блядь. А. Все, ты за Хантик побил. Хантик, ройся вниз просто под землю. Еблан? Что делать, бля, Хантик? Все, нам пизда, Хантик. Да, я вижу. Пизда. Все, Хантик, это конец, блядь. Я был рад с тобой дружить. Вы с тобой не дружишь? Да нет, я дружу с тобой. Типа я говорю, что я был рад быть твоим тиммейтом. Я на стриме, в принципе, не против посмотреть. Блядь, где голова? Есть голова. Все, блядь, ГГ нахуй. Блять, сука, почти, я же не видел, что этот ебаный зомби тут. Нахуй вообще в эту пещеру пошли. Какие умереть... же вы раки, ой, блядь, я умереть просто в ахуе. Да, блять, давай нахуй, победи. Ты, блять, не злой, с кем он в команде был, Зарк? Ну, вы все равно два рака просто. Сука. Не, Рома, ну ладно, не ребят, импровнитесь. Бля, давайте еще одну. Да еблан? Давай, Хантик, блять. Дядь, это невозможно, чтобы ты понимал, я убил 50 зомби, за мной бежал паук, который бегает, блядь, как будто он Sonic X нахуй по всей карте, блядь, и два скелета, как будто они с пулемета стреляют, а не с лука. Меня хуярили так, что я, блядь, просто в блоке сидел, нахуй, блядь, ты бы видел, в какой мы